там, откуда я бежал, Тари-Мангаль называлась. Я до сих пор это помню. Потому что я говорю, слава богу, пока и этот, я все, прям я каждую мелочь помню. Вот все, вот сегодняшний день, а прошло сколько лет уже. Наблюдая за ними, я понял, какие ужасные переживания они привезли с собой сюда. Это привело к некоторой жалости к ним. Они вышли из войны, и это было действительно ужасное переживание. Бьют тоже с развалин, вот эти трое выскакивают, бородатых. Я уже мимо них прошел. Кладбище там, вот помню. За руку сразу схватили. Горде Сунджа. В сторону бараков показывают. Ну вот как раз здесь вот эти шесты зеленые там. Ну, не было такого, что кто-то там передергивал, там, кто-то пытался там Бачихар, Мейкушим, Мейганим там показывал, там молодой был, но его быстро там Азратай из этих вот, из душманов, он его быстро успокоил там. Вот. А вот помню с фильма «Старая крепость», такой фильм еще с соцвремен, там мужичок вот показывал, а в этот день даже и солнце-то было такое мутное, что даже не показать вот перед смертью вот этого голубя, птичку. Может быть, я пафосно скажу, но это стало моим делом жизни, это внутреннее убеждение, что это надо делать. Меня учили, что своих нельзя бросать. Но это, мне кажется, что настолько это просто, а многие не понимают. Среди непосредственных участников и помощников создания фильма – ветераны Главного разведывательного управления Министерства обороны. Ну как же так? Столько раз, десятки раз ведь был здесь, и вдруг вот так по-глупому попал. Ну поначалу они мне здесь еще что-то подсвязали, поддергивали, вот. А потом уже, когда светать стало, ну мы уже вот перешли через нашу дорогу в сторону Пакистана. И вот это Хуши заканчивается. Огромный спуск с такими валунами, и внизу речка. Ну, я не знаю, точно перепад там больше 100 метров вниз спускаться. И вот по этим, вот здесь они меня и подразвязали, что там уже вот спускаться, либо ты улетишь там. Вот, 5 человек со мной. 5 или 4 шло. Спустились здесь, уже рассвело, ну, подустали, видно, все, и они тоже, вот, под скалой, ну, типа пещеры, не пещеры, солома накидана. Ну, старался, кстати, дорогу-то запоминать худо-бедно, думаю, может, удастся как-нибудь свалить. И бывает, у человека один поступок, он всю жизнь решает. Пускай человек и погибнет, но он, правда, всю жизнь, и для кого-то примером на всю жизнь бывает этот поступок. Да поможет мне Бог, да простит нам Аллах.